Всем добрый день, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Опять мы на рыбалке, приехали к моим знакомым. Вот такое у них тут место. Домик. Поставили один перемет, забросили фидеры. Ну, волна не очень хорошо клевала. Вот наловили там немножко. Вон моя лодочка стоит. Приехал я сам. Приехал уже поздно вечером, долго мучился, набирал переметы, то все, поймал я одного маленького сомика, я бы, конечно, его отпустил, но он сильно заглотил крючок, ну и так как я вырывал крючок, он навряд ли бы выжил. Вот он сомик, ну и такие козлики, пару карасиков, и вот столько я вот насобирал грибов. Это рядовка. Почти 3 ведра грибов. И тут недалеко. Ходить далеко не надо. Вот она. Вот он грибы. Вот так вот мы тут отдыхаем. Вон мой моторчик висит, кентавр. Кому интересно, могу дать номер телефона. Стоит недорого, относительно как бы довольно неплохо. Написано, китайцы пишут, что в нем 4 лошадки. Ну не знаю, как оно там. Вот наша рыбка. Ну, такое место у них тут под костер. Печечка типа стоит. Ну, вообще как бы неплохо. Лес, красота. Такой неплохой отдых. Мне понравился. Пора время. Время, конечно, собираться уже домой. Не знаю, как я буду плыть. Опять волна. Плохо лодка едет, конечно, в волну. Когда нормально 2 человека сидит, еще более меня, когда пустой, ее сильно кидает. Вот такой вот погодняк. Там тоже соседи ловят. У них вроде как чуть больше они поймали. Ну, нет времени мне ловить, я пока грибы ходил, то поймал чуть-чуть. Ну а так, не очень, конечно. Можно было бы лучше. Сейчас буду собираться ехать домой. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Всем удачной рыбалки.